Они так работают, просто не всегда заметно, может быть. Народный депутат Украины от партии «Самопомощь» Ярослав Маркевич задремал вот так на своем рабочем месте. Было это в зале заседания Верховной Рады. Видно, как спит нардеп, опираясь на систему для голосования. Может быть, он так голосует? Коллеги-парламентарии не хотели его будить. И вот только осмелился это сделать уже глава фракции Олег Березюк. После того, как разбудили Маркевича, он быстренько собрал свои вещи, ушел домой. Украинские нардепы действительно очень заняты. Наверное, поэтому им прямо на ходу приходится спать. Вот так Надежда Савченко устала, закрыла глаза во время заседания Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны. И тут же в соцсетях шутили, что есть такая профессия — за Украину спать. Работа действительно тяжелая, думать нужно за всю страну, очень утомительно. Чтобы как-то взбодриться, уже другой украинский депутат Дмитрий Добкин выпил странных таблеток, потом он вернулся в зал заседаний, приободренный от переизбытка энергии, постоянно дергался, облизывал губы и танцевал под музыку в своей голове.